Зубная боль может довести человека буквально до сумасшествия. Поэтому надо, не откладывая, идти к стоматологу. Но если вы не можете сделать этого прямо сейчас, поможет народное средство. Найдите на полке с пряностями гвоздику. Возьмите один бутон. Положите его на зуб и слегка прикусите. Гвоздика обладает обезболивающим, антимикробным и противовоспалительным свойствами. Держать ее нужно, пока не утихнет боль. Обычно это происходит через 10-15 минут. Но помните, такое средство даст только временный эффект. Зуб нужно вылечить, поэтому обязательно посетите доктора.